я знаю, кто это сделал. Это сделал ты. У бабушки с днем рождения, проспала. Быстро надо собираться. Ну все, я оделась. Надо взять подарок. Значит, где его поставила? А, точно, поставила под подушку. Кто бабушкину подарки открыл? Какая красивая куколка была. А что в другом кульке? Какая была красивая собачка с крылышкой и с бутылочкой. Бабушке понравилось очень. Ну все, надо найти, кто это сделал. Ну все, я иду искать преступника. Так, с чего же начать? А, наверняка преступник оставил улики. Сейчас посмотрим. Ну, преступник, ты держись. А это уже зацепка. Ну, хоть мы знаем, что преступник был мальчиком, потому что наклейки мужиковые. Надо посмотреть наклейки по всех сторон получше. Здесь чьи-то опечатки пальца. Так, кого-то пальчик надо было. Точно, когда мы были маленькие, папа сделал у нас опечатки просто так, на память. Надо найти эту папочку и сравнить эти опечатки с другими опечатками. Где же эта папочка? Надо вспомнить ее. А, точно, у меня в шкафу. Это Дюшминина, нам не подходит. Мы ищем Мальчикина. Матвейкина не подходит. А эти подходят. Это сделал Димка! Димка, иди сюда! Томина! Димка! Кто открыл бабушкины подарки? Чьи это опечатки пальца? Я знаю, кто это сделал. Это сделал ты. Ты будешь накажен целый день без конфет. Целый день без мультиков. Ты на бабушке день рождения не пойдешь. Дима, вставай, веселье пораспустить. А ну послушай его сердце. Бьется еще. Ребята, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на Доки Доки Фэм. Бай-бай!